Большие планы маленьких. Так можно было бы назвать идеи и предложения, прозвучавшие сегодня на собрании Консервативной народной партии. Национальные интересы превыше всего. По центру города хорошо бы пройтись бульдозером. А история Эстонии в последние 30 лет делится на три периода – советский, период независимости и брюссельское правление. Это только некоторые из заявлений, которыми пестрели речи кандидатов. Необычными были и предпочтения консерваторов в плане создания возможной коалиции. Если ИРЛ, реформисты и соцдемы в первую очередь заявляют о невозможности союза с центристами, то консервативная партия категорически не приемлет союз Отечества и Республики. Политике нельзя говорить, что тот или иной союз или коалиция никогда ни при каких условиях не состоится. Это недальновидно, и практика показывает, что вчерашние заклятые враги в одночасье превращались в партнеров при разделе власти. Единственное, что мне весьма трудно представить, так это нашу коалицию с Союзом Отечества и Республики. Крось не тот человек, с кем можно вести дело, а партия ИРЛ скомпрометировала себя коррупционными скандалами и торговлей видами на жительство. Такие нападки со стороны консерваторов на Союз Отечества и Республики неудивительны, ведь обе эти политические организации борются за голоса одних и тех же избирателей, националистически и патриотически настроенных. Причем в ход идут даже крайне резкие заявления, чтобы продемонстрировать, что именно консерваторы – та сила, которая отстоит эстонскую культуру и язык. В частности, Март Хельми летом громогласно заявил, что в случае прихода к власти искоренит всякое двуязычие в Таллине, иными словами, русский язык. Эта риторика, безусловно, добавила консерваторов голоса эстонских националистов, на которые рассчитывала партия ИРЛ. В свете этих заявлений особенно удивительными были слова кандидата на пост старейшины Лосномея, который неожиданно заявил о необходимости диалога и вспомнил о православных традициях в своей семье. Завтра выборы пройдут, ребята, да забудьте, этих, я не знаю, русскоязычных населения, и опять будет каждый это решать свои политические проблемы. Поэтому я как раз выставил свою кандидатуру, что я понимаю, что без решения этих проблем между двумя нациями ничего не получится. У нас же в Лазнаме колоссальнейшие проблемы, то есть колоссальнейшие возможности, не раскрытый спортивный потенциал, построить спортивные площадки. Ну нет до сегодняшнего дня ни одного спортивного дворца, ни одного дома культуры нет, не говоря уже театра, да кинотеатра даже нет там, понимаете? И когда спрашивают, а что вы сейчас до сих пор делали, начинают искать друг друга, винят, и теперь, а завтра мы построим, завтра у нас все это в плане, но что вы до сих пор делали? Впрочем, на фоне патриотической риторики консерваторов в эти откровения верится с большим трудом. К тому же, после сказанного Майтом Рисманом, сложно сказать, действительно ли кандидат старейшины Лосномея от консерваторов в курсе происходящего в районе на самом деле. Ведь в этой части города уже сейчас функционирует несколько спортивных центров. Строится Ледовый дворец, а современный кинотеатр появится в центре Панорама-Сити, разрешение на строительство которого ГОТ выдал около года назад. Пассажи об отсутствии в Лосномее культурного центра постоянные посетители Линдакиви предпочли оставить без комментариев. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.